сегодня мы на выездном мероприятии в посольстве. Вот как раз та самая дверь, возле которой мы ждем своих клиентов из Узбекистана. Сегодня у нас большая партия людей. Пошли на 9 утра. Такая вот ситуация возле посольства. Очереди сейчас небольшие. Но зато как ремонт. Ремонт. Все происходит по строительными лесами. Ремонтируют дорогу. Вот заходит народ. Наши люди уже зашли, мы их ждем. Буквально вчера народу было больше, сегодня чуть меньше. Но это только первый поток. Вот наш промоутер Санжак раздает наши листовки. Приходите к нам в офис на Пушечную 7/5, строение 2. Пустая комната. Будем рады видеть вас.